любительницам, любителям баскетбола и добро пожаловать в Нижний Новгород. Здесь, в КРК Нагорный, проходит матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Паринен против ЦСКА. Бабурин, быстрый его выход на дугу, передача на Джуришича. И у того есть пространство для обыгрыша. Один в один, Неманья! 4-2. Причем, посмотрите, как он развернулся легко и не было. Ну, ситуация Матембаю была не просто тяжело, а прям совсем. Жаншар. Еще одно быстрое нападение ЦСКА. 9-8. Нижнего набрать очки. В ответ Ухов на Остапковича. Вот, пожалуйста, Антон. И ему тоже забить здесь не удается. А Никита Курбанова с двух рук с передачи Абрамовича. Только в радость так очки набирать. Это Бабурин. Хороший заслон. Карпенков сверху. Редкий данк на самом деле от Ильи. Мяч не получил. Вот теперь Бабурин. 2 секунды. Под сирену. Попадает издали. 28-37. И благодаря этой трешке Бабурина. 33-41. Вновь плюс 8. А это Наталы Хвостов. Вот она, связочка задних у Парены. Курбанов. Подвигали дальше. Эмбай. С третьей попытки забивает издали. Лоутера. Не забил, но Чадов есть на отскоке. Хоменко на равенство попал! Воу, Александр Хоменко! Бабурин и Джуришич. Тримбл, но Жаншар для данк с двух рук от Ливио. Докинс дотягивается до мяча. И он у нижегородцев. Дмитрий Хвостов вправо! На скорости обыгрывает Амата Эмбая и... у других, ну, не рекомендуется. Аврамович влево, передача на Жан-Шарля прошла все-таки. И Ливия, несмотря на обилие рук. Обри Докинс, против него Тримбл. 5 на атаку, Докинс попал! 74-73, нет тайм-аута у Пистиолиса. На победу Тримбл, ускоряется, фол! И два штрафных. Вторая попытка, тоже в цели, тайм-аут Сергея Козина. Заканчивается время. Докинс получает против Никиты Курбанова. 3 на победу. Докинс попал. И нужно ЦСКА ответить. Секунды и 0,7. Каспер Вейр. Нет. Парина одерживает волевую победу на ЦСКА. И Докинс что-то знал, когда фалил.